Подряд волонтерская платформа «Компас» проводит благотворительную акцию под названием «Пакет добра». Суть этой акции в том, чтобы поздравить детишек-сирот с новогодними праздниками. И в этом году мы решили присоединиться к этой акции и наполнить пакет добра вместе. Давай будем писать письмо. Сейчас. Да, и складывай. Если в том году можно было выбрать только категорию, там, 3, 6, да, 7, 10 лет, то в этом году мы выбираем имя ребенка. Это уже более лично. Еще более лично. Может, в следующем году будет что-то еще более личное. Вот. Сейчас так. В каждый пакет добра желательно положить письмо пожелания тому ребенку, которому, в общем-то, все это доберется в новогодние праздники. И мы сейчас будем писать. А девочку нашу зовут Любовь. Это очень символично. Увеличивается ли с каждым годом количество детей и количество участников акции? Мы каждый год собираем больше пакетов, чем изначально наша цель, где-то на 50 пакетов, и находим, кому их подарить. В этом году мы собираем меньше, чем в том, потому что меньше детей в интернатах, к счастью. Да, в том году у нас было 555, и мы должны были собрать, а в этом 514. То есть в вашем случае статистика, если идет на уменьшение, то это, в общем, хорошо. Да, это хорошие показатели. Подписались и решили принять участие, потому что это очень нужный проект. Решили помочь детям. Хотелось все приобрести. Хотелось просто, мы зашли в магазин, и то и сладости, и какие-то там предметы гигиены личной. Все хотелось приобрести, потому как... Но все-таки детям нужно помочь, и для них это важно. Я в детстве мечтала о таком блокнотике. Ну, теперь его нет. Снимай, блин. Які, ну, майже нікому не потрібні. Ми дізналися про цю акцію з Фейсбука. Ми бачимо, що дуже багато вже людей приходило, ось скільки пакетів добра, ось і наш буде приєднуватися до цього. Може, тоді дійсно і світ стане добрішим. Ми наповнили пакет добра. Я сподіваюся, що він дуже обрадує дівчинку. К которой он доберется. Присоединяйтесь к этой акции, это очень важно. Делать добро. Пакет добра.